Накануне Айза Долматова сделала несколько громких заявлений. Так, ведущая рассказала о воссоединении со своим бывшим мужем и отцом ее старшего сына Гуфом. Это вызвало бурную реакцию в сети, однако не все поверили в новые отношения звезд. Позже ночью стало известно, что пара опять разошлась. Только вчера стало известно о воссоединении 36-летней Айзы Долматовой и ее 41-летнего бывшего мужа Гуфа. Однако спустя несколько часов блогер рассказала, что экс-супруг ее обманул. Судя по всему, пара уже рассталась. Рыдаю. Нет слов. Я вас не обманывала. Плачу. Меня снова обманули. А самый прикол во всем этом знаете какой? То, что Алёша обманул всех своих баб. Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: «Мама, папа ненадежный. Ты только всерьез ему не верь», — написала она в соцсети. В сторис Долматова опубликовала эмоциональные видеоролики, в которых она в слезах рассказывает о случившемся. «У меня просто трясутся руки. Я в таком шоке не была никогда. Это ваше право, верить или не верить. Я была максимально искренна. Я не буду опускаться, выкладывать переписки, но это просто худшее, что могло произойти. 105-й раз верить человеку. Я, конечно, понимаю, что сейчас все хейтеры счастливы. Наслаждайтесь, ребята, наслаждайтесь», — говорит Айза. Что именно произошло, неизвестно. В шоу «Исповедь», в котором Долматова рассказала, что они сошлись с Гуфом, бывшие супруги признавались друг другу в любви. «Это так забавно, целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе», — призналась телеведущая. Однако вчера сестра рэпера опубликовала сторис, в которых ее брат обнимается со своей девушкой Юлией Королевой. Ее Долматова в шоу обвинила в лицемерии и корысти, заявив, что не позволит Королевой хайпиться на мужа. Айза также утверждала, что Гуф бросил Юлию ради нее. Королева прокомментировала заявление Долматовой и обвинила в хайпе ее, сказав, что Айза выглядит нелепо и жалко. Ситуацию пока не прокомментировал только сам Гуф. Подписчики Долматовой разделились на два лагеря. Одни ей сопереживают, а другие откровенно смеются над ее скоротечным воссоединением с бывшим мужем, намекая на то, что все это было постановкой. Такая ржака и кринж, особенно фейстайм с Гуфом. Он вообще ничего не понимал и пил пиво. Хайпануло опять. Вот и все. Все изначально было понятно, очередной хайп. Пишут ей: Айза Долматова и Гуф прожили в браке 6 лет. У бывших супругов есть 11-летний сын Сэм. С королевой рэпер встречается несколько месяцев. Он уже познакомил ее с родителями и подарил ей кольцо, похожее на помолвочное. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.